Мы хотели бы перед вами извиниться. Вас осудили несправедливо. И я хочу сейчас это все исправить. Вот, читайте, что написано. У Сталина двое усов. Одни для сна, а другие на работу ходить. Дальше читать? Нет. Достаточно. Все. Мы все исправили. Теперь приговор абсолютно справедливый. Извините, товарища Иванова, обратно в камеру. А что вы про Сталина анекдоты рассказывали? Еще спрашивают, за что, наглец. Ну вот теперь нормально, можно звонить.